Thrakia Development Agency, агентство по развитию Фракии, стремится поддерживать высокое качество жизни и здоровья, сохраняя природные и культурные ценности с преобладанием сотрудничества и инновационных технологий, благодаря чему мы постоянно расширяем наши познания с 2009 года. Наше агентство разрабатывает проекты по развитию Фракии путем изучения данного региона с динамической структурой и специалистами в различных областях. Наше подразделение планирования, программирования и координации проводит совместные работы, направленные на развитие данного региона путем проведения исследований и разработки стратегии и политики решения поставленных задач. Наше подразделение управления программами разрабатывает программы финансовой и технической поддержки, определяемыми нашим агентством. Наше подразделение мониторинга и оценки постоянно сопровождает и отслеживает этапы развития проектов. А наше подразделение службы сопровождения отслеживает корпоративные процессы и финансовые дела нашего агентства. Организуя встречи на уровне губерний, муниципалитетов и провинций, торговых и промышленных палат, неправительственных организаций и частного сектора городов Эдирне, Тикирдаг и Кикрарелли под руководством Совета директоров и Комитета по развитию, наше агентство организует работы по региональному развитию путем кооперации и координации. Мы поддерживаем неправительственные организации, малые и средние предприятия, государственные учреждения и организации, университеты с помощью программ финансовой поддержки, прямой поддержки, управления проектами и технической поддержки в соответствии с потребностями данного региона. Мы проводим работы по развитию в интересах людей. Мы вносим свой вклад в развитие человеческого капитала в данном регионе путем поощрения предпринимательства и реализации обучающих программ по управлению проектами. Наша организация по инвестиционной поддержке в Эдирне, Кикрарелли и Тикирда оказывают поддержку отечественным и зарубежным инвесторам на каждом этапе их инвестиционной деятельности. В сотрудничестве с заинтересованными кругами мы поддерживаем экономические, культурные, исторические, туристические и природные ценности Фракии на национальном и международном уровне. Постоянно поддерживая менталитет на принципах экологически безопасного развития, мы играем существенную роль в гармонизации развития промышленного, сельскохозяйственного производства, туризма и социального развития. Мы работаем для выработки решений и развития, и мы знаем, что будущее Фракии в сотрудничестве. Thrakia Development Agency.